Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любит быстрой езды, особенно если речь идет о байкерах. Еженедельно инспектор ДПС фиксирует сотни правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Все это нередко приводит к трагическим последствиям. Добрый день. Александр Алексеев за рулем байка уже 2 года. Мужчина дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездит не более 60 км в час. Перед поездкой всегда надевает защитную экипировку. К нарушителям относится негативно. Иногда, с сожалению, мы хороним. Нельзя, нельзя. Есть две вещи. Защита и постоянно повышать мастерство езды, потому что мотоциклы мощные, а колеса всего 2. 3,5 сотни, 3,5 секунды сотни. Но это же серьезно. Поэтому, конечно, аккуратно. Правила движения, к сожалению, написаны кровью. Внимание! Синий мотоцикл не выполнил требования об остановке. Движется по северо-восточной в сторону лесной. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, забыл. На мотоцикле нет номеров. Наверное, из-за этого минуты ранее не остановился по требованию сотрудника ДПС. Ну, вообще, на мотоцикле 2-й год. Ну, не поставил номер. Не прикрутил в свое время. Есть универсальные рамки, которые продаются. Придется заказать, поставить, чтобы таких ситуаций больше не было. Теперь молодому человеку придется оплатить штраф до 5000 рублей. С начала года в Самарской области, по данным полицейских, на водителей мотоциклов составили более 2000 протоколов. Надзорные функции сотрудников ГИБДД возросли. Мы сейчас активное и очень серьезное влияние уделяем мототранспорту, проводим профилактическую работу с водителями. Такие мероприятия будут проводиться еженедельно. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.